складная садовая ножовка. Заказал в местном интернет-магазине. Ссылка и цена будет под видео. Что нам пишут? Трехгранная заточка зуба позволяет распиливать чисто и эффективно. Трапециевидная форма пильного полотна предотвращает застревание в древесине. Взял для обрезки веток в саду. Изготовитель — Китайская Народная Республика. Хотя написано почему-то Россия, Воронеж. С обратной стороны. Вот так сравниваю с коробком спичек, чтобы было понятно размера. Но еще замерим высоту полотна. То есть небольшенькая. Фиксируется здесь внутри пружинка, может быть, будет видно, не знаю. И фиксируется вот здесь вырез и защелкивается все. Назад она уже никуда не уйдет. Ручка прорезиненная. Довольно-таки шершавенькая, будет держаться плотно в руке хорошо. Так, давайте замерим длину полотна. Длина полотна 20 сантиметров. И ручки 23, значит, в сложном состоянии. Двадцать три с половиной сантиметра. И замерим толщину полотна. Толщина полотна мне показывает 1 миллиметр, 1,24 миллиметра. Так. Вот взял для сравнения такие еще советские. У меня есть. Толщина полотна поменьше. Так, вот это последний раз пилил этой, но не очень удобно. Вот такая мне еще есть, тоже с советских времен. Здесь еще чуть-чуть потоньше. И вот такая. Тоже, кстати, закупает в Китае эта контора. Толщина вот такая.
0,93 миллиметра. Но это за счет ширины. Она не гнется. А так как тут довольно узенькая, кстати, ширина в самом толстом месте 3,8 сантиметра, на кончике тут 1,2 сантиметра, 1,2. И тут, значит, что я хотел сказать о трехгранной форме. Сначала не понял, что это такое. Но вот здесь, не знаю, если будет видно или нет. Если смотреть вот так перпендикулярно, вот, наверное, видно сейчас такой треугольничек. Сначала думал, недоточено, но это вот так называется трехгранная заточка. То есть зуб с этой, с двух сторон по бокам и сверху еще подточена грань. Поэтому так и назвали. Да, вот сейчас, по-моему, видно такие треугольнички сверху. Да, вот что Россия, Воронеж, конечно, меня удивил. Это произведено в Китае. Ну так смотрится. Без мина взвешивать не буду, весов нету. Ну, легенькая довольно-таки. Не знаю, сколько там. Грамм 400, может быть. 300. Вот. Ну и попробуем чего-нибудь попилить в огороде какую-нибудь веточку. Попробую сначала сравнить. Вот эта ножовка у меня сырую древесину пилит лучше всего. Ветка эта слишком низкая. Здесь, видимо, у меня на этой ножовке зубья разведены побольше. По ощущениям. Так, здесь мне, наверное, придется пилить все-таки снизу. Что тут тогда пенек получится наискосок. Так. Классно, классно пилит.
Можно брать в поход куда-то, в принципе, на рыбалку. Ну ладно, не забываем замазывать содовым варом рамки. Всем спасибо за просмотр. До свидания, до новых встреч.